Почему, Булат? Почему? Где ты был? Я жил в могиле. Но теперь я рядом с тобой. Мне очень жаль, что столько раз я заставил вас пережить такое. Но я уверен, что ты поймешь меня лучше всех. Помнишь, когда мы простились? Тебе первый я рассказал, что иду на смерть. Попросил прощения за все. Но в этот раз это был не мой план. А где ты был до этого времени? Почему сейчас? Я уже давно принял решение. Только не знал, как рассказать тебе. Я ждал подходящий момент. Это не подходящий момент, Булат. Так поздно найти то, что потеряла. Я устала постоянно терять, когда мне нужна поддержка. Только что я потеряла сестренку. Она нашла тебя. Но это не значит, что я опять тебя не потеряю. Сейчас мои чувства смешались. Теперь я рядом, любимая. Сожалею о твоей сестренке. Эсра погибла из-за меня. Ты знаешь, что ее убила Маргарет? Даю тебе слово, Лейла. Я найду Маргарет. Она будет наказана. Нет. Ты не вмешивайся в это дело. Я сама накажу ее. Хорошо, дорогая. Давай сейчас не будем об этом. Господин, очень срочно. Хорошо, Хюсню, иду. Дорогая, ты отдохни немного. Давай. Все наладится. Не волнуйся. Абдульхей? Абдульхей? Абдулей!
Абдулей. Абдулхей. Тамам, тамам. Ну все, все, сейчас. Тамам. Сейчас. Тур? Подожди. Добро пожаловать. Значит, Абдулхей, почему ты скрыл от меня свое настоящее имя? Ну ладно, я бы хотел с тобой это обсудить, но у меня нет времени. Теперь узнаю у Гайе. Не волнуйся, я буду хорошо смотреть за ней. Береги воздух, он тебе понадобится. Я говорил тебе, что скоро мы встретимся. Балтазар, уходи. Пришел в день свиданий. Пусат. Пусат. Проходи, садись. Я пришел сюда не ругаться с тобой. Уже хорошо, Балтазар. В конце концов, ты взялся за ум. Пришло время положить конец этой распре. Не хочу, чтобы ты сгнил в тюрьме. Очень жаль такого молодца, как ты. Храбрый, умный. Давай к делу, Балтазар. Говори, что хочешь. Хочу сказать тебе вот что. Давай будем вместе работать. Ты будешь зарабатывать, и я тоже. Предлагаешь долю в том, что принадлежит мне? Пусат. Тебе принадлежит лишь подушка и одеяло в тюрьме. Я предлагаю тебе больше, чем долю. Говорят, что большая дружба начинается с распри. В этом мире нельзя идти в одиночку. Не сегодня, так завтра тебе понадобится такой друг, как я. Надзиратель, ты можешь сейчас не отвечать. Подумай хорошо над моим предложением. Спасибо.
Как вы могли упустить Кейна Акиф? Если бы это сделали шевалье храма, Джейд сообщил бы мне. Кто это мог сделать? Мы знаем, что нападение на русского посла было совершено Раскольным и его командой. Я думаю, что это он. Акиф. Какая программа у русской делегации? Завтра они должны посетить суфиев Мивляны. Несмотря на все препятствия, которые создавали шевалье храма, договор был подписан. Они до последнего будут делать все, чтобы испортить турецко-русские отношения. Ты отвечаешь за безопасность гостей и Ходжи, пока они не уедут. Хочу, чтобы ты был очень осторожен. Когда закончится наше последнее дело в Турции, создание фонда, мы вернемся в Америку. А ты поедешь в Крым для нового задания. Не думаю, что мое задание здесь уже закончено. Турки узнали, что мы готовим нападение на Центральный банк. Не ждите, что я уеду отсюда, пока не узнаю, кто им об этом рассказал, и не отомщу ему. Живя здесь, ты начал подражать туркам, инспектор Кейн. Мы должны идти по дороге к нашему братству и священных целей, а не личных амбиций. Если я уеду, не отомстив Каре и Акифу, это ударит по международному престижу Армагеддона. Знаешь, как обстоят дела на Украине, Кейн? Ты не должен задерживать операцию против России. Я поговорю с его высочеством и лично объясню причину своей задержки. Максимум, что сделает его высочество, даст тебе время, пока мы не закончим создание фонда. Тебе виднее, если ты все равно хочешь с ним поговорить. Присаживайся, Джейд. Я хочу с тобой поговорить. Я тоже хотел спросить у вас кое-что. В Турции начинается новая эпоха. Инспектор Кейн оставляет свое место кому-то другому. Дело касается всех нас, а не только Кейна. Скоро мы покинем Турцию. Могу узнать причину. Его высочество позвал нас назад. А наша здешняя работа? Конечно, наша деятельность будет продолжаться, пока мы не достигнем своей цели. Но нас здесь не будет. А дальше мы будем работать рядом с ним? Да, я возвращаюсь к нему. Но твое положение еще неизвестно. Я бы хотел поехать с вами и работать рядом с его высочеством. Я так и предполагал. Это мечта всех наших членов. Но она может осуществиться только для некоторых. Этой информации пока достаточно. А что ты хочешь у меня спросить? Кто провел операцию спасения Кейна из рук КГТ? Почему я в этом не участвовал? Я хочу знать. Раскольный. Он хотел лично исправить свою ошибку.
Знаю, что Раскольный только-только начал работать в Турции. Удивлен, что он провел такую успешную операцию против КГТ. Организация Сион часто удивляла меня. Постарайся наладить с ними хорошие отношения. Брат, я здесь, брат. Я рядом. Значит, ты пришла в себя. Знаю. Ты хотела подышать свежим воздухом. Но этим мы займемся потом. Видимо, тебе здесь неспокойно. Вижу. Сейчас ты злишься. Но со временем мы привыкнем друг к другу. Поверь. Если тебе здесь плохо, пойдем ко мне. Ты что-то хочешь сказать? Умоляю, не трогай Абдульхея. Для этого уже очень поздно. Он тебя не заслуживает. И как мы будем счастливы, если он будет жить? Придурок, отпусти меня. Отпусти. Это очень жестоко. Я убью тебя. Видимо, ты не успокоишься. Отпусти меня, отпусти. Не утомляйся напрасно. Теперь есть только я. Ваш брак был ошибкой. Ты сама это знаешь. Знаю, это сложно принять. Но ты умная девушка. Переживешь.
Поверь, ты даже его не вспомнишь. Мы едем с дороги Кемер-Бургас на запад. Хорошо. Брат, полиция осматривает все ближайшие дороги. Жми на газ, Али, жми. Твой русский дипломат закончил свое дело и начал культурно отдыхать, Раскольный. Завтра он пойдет смотреть на кружащихся дервишей, а вечером уедет. А Раскольный ему не разрешал, он не уедет. Дмитрий! Свяжись с нашим подразделением в Тель-Авиве. Пусть пригласят одного из наших на эту церемонию. В связи с последними событиями, турки теперь всегда в боевой готовности. Наш человек может приблизиться к министру очень близко. Но взять туда оружие невозможно. Кроме личной охраны, там будет и КГТ. Раскольный очень рад КГТ. Твой брат, наверное, соскучился по тебе. Ты хочешь, чтобы я позвонил Шамилю? Хорошо, позвоню. Раскольный хочет это слышать. Но не хочет слышать его имя. Вы постарайтесь внедрить туда человека. А мой брат возьмет с собой оружие. Михаил. Слушаю, брат. Внимательно меня слушай. Хорошо, брат. Давай поговорим, Шамиль. Садись. Шамиль, ты всегда здесь нужен. Но если хочешь, можешь немного отдохнуть. Я не хочу отдыхать. Из России приехала делегация, а я сижу за столом. Мне сложно сидеть, когда мои товарищи выполняют операции. Лучше, если я буду выполнять задание. Хорошо. В таком случае пойдешь со мной на завтрашнее задание.
Он перед нами, Али. Это его машина. Жми на газ. Гаи нет впереди. Абдульхей. Все прошло, Гайе. Все прошло. Я не хочу ничего оставлять, уезжая отсюда. Я полностью расплатилась с прокурором Лейлой. Как именно? Заставила пережить ее то же самое, что пережила сама по ее милости. Убила ее сестренку. Меня немного раздражает, что в последнее время все делается без моего ведома. Ты получила то, что хотела, и я этому рад. Сейчас я хочу только одного. Забрать Элиф. Мы об этом и раньше говорили. Мы оба знаем категоричное решение маэстро по этому поводу. Я полна решимости увидеть и забрать Элиф. Никто его не изменит. Если поможешь мне, я сделаю все, что смогу, чтобы ты поехал с нами. Для этого мне нужно время.
По крайней мере, не делай это без моего ведома. У меня мало времени. Даже если ты мне не поможешь, я отсюда без Элиф не уеду, Джаид. Я помогу тебе. Но у меня одна просьба. Я мечтаю, как и все наши братья, быть рядом с его высочеством, выполнять его личные приказы и хотя бы раз увидеть его. Ты видишь жизнь как игру в шахматы, Джаид, и делаешь правильные ходы. Как мы и предполагали, Кейна спас Раскольный. Команда Сиона начала свою операцию. Освободите Пусата из тюрьмы. Он уже достаточно просидел там. Вижу. Когда вернемся, и тебе купим телефон, Исмаиль.
Это дело очень хорошо получилось, Кара. Я всю ночь не смог уснуть. Вид той женщины постоянно у меня перед глазами. Я подумал и решил взять к себе ребенка, которого она доверила нам перед смертью. Буду растить его как своего собственного сына. Не дай Аллах испытать боль за него. Аминь. Аминь. Соболезную. Соболезную. Дай Аллах терпение. Спасибо. Соболезную. Я могу вас обыскать, но вы меня уже обыскивали. Извините, но я должен еще раз вас обыскать.
Проезжай. Проезжай. Давай. Турбокалу. Подожди. Вы подождите. Бог в помощь, друзья. Здравствуйте. Вы тоже спускайтесь. Какие-то проблемы, командир? На вас донос. Поставьте фуру в сторону. Может, это ошибка? Эта фура приехала по приказу государства. На землю. Это, наверное, ошибка. Мы везем гуманитарную помощь. Если позвоните господину Акифу, проблема решится. Стой, стой. Погоди, Зульфикар ага, в этом деле что-то нечисто. Успокойся, стой. Ложитесь на землю, думал... Что прошло время, когда государство само стреляло в себя? Но я ошибся. Ложитесь. 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 Прошу прощения, сестра. Прости меня. Прости за то, что не смогла тебя защитить. Дорогая, пойдем. Потом еще придем, хорошо? Нет. Я не могу оставить ее здесь одну. Давай, моя доченька. У меня душа очень сильно болит, отец. Не могу вытерпеть эту боль. Тот, кто дал боль, даст и терпение, дочка. Кто Лейла Туркмен? Госпожа прокурор у могилы. А в чем дело, ребята? Госпожа прокурор должна поехать вместе с нами в службу безопасности. По какой причине вы ее вызываете? Детали вам объяснят, когда приедете. Скажите, что сейчас она на похоронах сестры. Пожалуйста, помогите нам. Разве вы не видите, в каком она состоянии?
Что происходит? Господин прокурор хочет, чтобы вы дали показания в связи с одним делом. Это связано с моей сестрой, не знаю, госпожа. Хорошо. Иду. Пойдем. Ну давайте, ребята, поторапливайтесь. Вы скажете, что происходит. Лучше ты нам расскажи, что происходит. Аким знает, что вы сюда пришли? До него тоже дойдет очередь. Звонить не нужно. Встретитесь в прокуратуре. Давайте, мы уходим. Будьте наготове, мы выходим. Машины готовы? Готовы. Иди проконтролируй. Хорошо. Есть какие-то проблемы, Месуд? Нет, господин. Читает молитву. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Альфтекин, будь осторожен. Давайте выведем вас на улицу. Что такое? Как такое могло произойти? Выходим, ребята. Спокойно. Шамиль? Альфтекин. Я начал собирать новый пазл. Какой на этот раз, господин? Константин. Константин.
А твой пазл как собирается, Хакэй? Камни потихоньку становятся на места. Хорошо. Хакэй. Холдингом Татаруглу управляла Инджи, так? Господин. Инджи больше там не работает. Да. Кто же управляет сейчас? Зять Татаруглу, Ибрагим. Скажи ему, чтобы поднял все дела и заплатил свой долг господину Мухтарему. Как прикажете, господин. Слушаю. Ты понимаешь, что говоришь? Если кто-то хочет услышать мои показания, пусть придет в КГТ. Что-то случилось, патрон? Хорошо, я вам потом перезвоню. Кто звонит? Тот же номер. Что происходит, Айнура? Произошло очень многое, Акиф. Мы тоже пытаемся понять ситуацию. Проводятся операции. Может, будут еще. Мы должны заехать в больницу, Альпдекин. Расскажи все детали, Айнура. Я хочу все знать. Войди. Господин прокурор, наши товарищи сообщили Акифу о решении его задержания. Они взяли показания. Он сказал, что не придет сюда, а те, кто хочет с ним встретиться, должен прийти в КГТ. Допросим всех остальных, а там и Акиф прибежит как миленький. А если не придет, я знаю, как его привести. По какому праву они их остановили? Хотят выставить нас посмешищем на весь мир? Господин, у меня еще одна плохая новость. Они задержали господина Сами. По какому праву? По какому праву? По делу лондонской биржи. Также задержали прокурора Лейлу, которая с ним работала. Ее задержали, когда она была на похоронах сестры. Это все произошло в одно время? Да, господин. А потом и мне позвонили, сказали прийти дать показания. Ты никуда не пойдешь. Немедленно вернись к своей работе, Акиф. Что бы ни произошло, ты с места не двинешься, пока я тебе не скажу.
Господин, они могут прийти в КГД. Если придут, то получат. Делай то, что я сказал. Как прикажете, господин. Пусачакыр, приготовься. Пришел приказ о твоем освобождении. Поздравляю, брат. Дай поцелую, брат. Спасибо, Метин. С освобождением. Сохрани Аллах. Спасибо, брат, спасибо. Спасибо. Подпиши здесь. Прости за все. Прощаю, Пусат. Где? С кем? Как? Когда? Не знаю, почему Шамилю это не удалось. Расколь не хочет слышать это имя. Позвоните ему еще раз. А насколько он эффективен сейчас? Может, со временем гипноз теряет свое действие? Поговори об этом с зубником. Дмитрий, как идет наша перевозка? Завтра будет готово. Займись этим делом, Иван. Раскольный хочет остаться один. Буду думать. Где? С кем? Как? Когда? Маэстро хотел увидеться с вами двумя. Я тоже не знаю подробностей, но скоро вы узнаете, кто выбран новым бароном Турции. Галстук обязательно нужно было одевать. Я не одел, но...
Если хотите, я дам вам свой платок, господин Мете. Не надо. Он может тебе понадобиться. Добро пожаловать, господа. Садитесь, пожалуйста. Я позвал вас, чтобы поделиться важной информацией. Господин Мете, мы очень давно знакомы с вами. Вы много раз доказывали важность нашего братства своей работой. Господин Сарп, и за вами мы давно наблюдаем. Я прекрасно вижу, что вы будете и дальше участвовать в наших делах. Знаю, что вы оба ждете высокой должности в нашем братстве. Для меня честь ваше любое задание, господин. Хочу, чтобы вы знали, что я и дальше буду с достоинством выполнять все ваши задания. Хорошо. Я ожидал услышать от вас именно это. Теперь задание вам будет передавать Хакы Вафралы. Почему вы предпочли господина Хакы? Это не мой выбор, а выбор единственного настоящего барона Турции, Вахаба Кузузаде, который и спланировал сегодняшнюю операцию. Мы доверили ему принимать все решения, связанные с Турцией. Вы знаете что-нибудь о наших товарищах, которых пригласили на допрос? К сожалению, нет. Сейчас мы не можем помешать допросу. Каким образом органы государства обезврежены и не могут управлять им? Что происходит, Ходжа? Мы очень наивны и не поняли. Операция очень давно спланирована. Мы сосредоточились на угрозе извне, а они уже давно внедрились к нам. Кто это они, Ходжа? Шевалье храма? Если бы только шевалье храма. Их мы знаем. Знаем, что они наши враги. Скажу одним словом. Они клонировали наше государство. Мы все знаем, что клоны не живут долго, Ходжа. Государство — это главное. И государство всегда молодо, несмотря на многовековый опыт. Меня интересует, кто именно кормит этого клона. Богатые семьи, которые связаны с шевалье храма. И, к сожалению, господин Мухтерем, которого мы очень хорошо знаем. Я очень сильно злюсь на себя, Гайе. Я должен был тебя послушать. Ты с самого начала предупреждала меня об этом человеке. Давай все это забудем. Сейчас ты рядом. Я очень испугался, что потеряю тебя. Я тоже. Mm-hmm.
Брат, если ты не занят, я хочу сообщить тебе новости о Цизе. Я пойду в дом. Али, не говори об этом человеке рядом с Гае. Понял, брат. Какая новость? Говори. Брат, он оказался настоящим психопатом. Как это? Дом, в котором он жил, принадлежит другим. Хозяев нигде нет. В доме нашли фотографии трупов. Помнишь, двоих человек искала полиция? Их фотографии тоже есть. Хорошо, Али, хорошо. А труп этого маньяка нашли? Пока нет. Водолазы продолжают искать. Сынок, а кто отдает эти приказы? Отец. Говорят о системе, которая проникла к нам и живет как паразит. К сожалению, они внедрились во все наши органы. Их цель — стать единственным управляющим и завладеть системой. Не знаю, что делать, отец. Сынок, святой Мевляна рассказывает очень хорошую историю. Однажды царь лесов Лев сказал волку и лисице, что собирается выйти на охоту, а их с друзьями приглашает на пиршество. Лисица соглашается и собирает всех лесных жителей в одном месте. Лев увидел стаю животных, пришедших издалека, начал готовиться. Он закружился и спросил у лисицы, горят ли его глаза. Он задал этот вопрос несколько раз. Лисица сказала, что горят. Он опять закружился и спросил у лисицы, стала ли дыбом шерсть. «Встала, господин», — сказала лисица. Лев последний раз закружился и спросил у лисицы, «А мой хвост поднялся?» «Поднялся, господин», — сказала лисица. После этого лев с рыком разорвал всех животных. Потом лев и лисица хорошенько наелись. Наблюдающий за всеми волк видит, что лев разжаловал животных и съел их. Он решил, что это несложно, и захотел быть похожим на льва. Он, как и лев, собрал всех животных и ждал, когда придет еще одна стая издалека. Когда стая приблизилась, он, как и лев, начал готовиться к нападению. Он закружился вокруг себя и спросил у лисицы, горят ли его глаза, как у льва. Лисица ответила, что не горят. Волк очень сильно разозлился на лисицу. Как это не горят? Лисице пришлось сказать, что горят, потому что она боялась волка. Волк опять закружился и спросил, встала ли дыбом шерсть? Лисица сказала, что нет. Волк опять разозлился. Как это не встало? Лисица, трясясь от страха, сказала, да-да, шерсть стоит дыбом. Последний раз волк закружился и спросил у лисицы,
Поднялся ли мой хвост? Лисица сказала, что нет. Волк опять разозлился. И лисице пришлось сказать, что приподнялся. После этого волк, как и лев, бросился на стаю. Это была стая диких волов. Один из них пнул волка в голову, и тот упал на землю. В этот момент к нему подошла лисица и сказала: «Вот теперь у тебя глаза горят, и шерсть стала дыбом. А когда ты падал на землю, то твой хвост дрожал». Это история волка, который хотел быть похожим на льва. Раз вы упомянули о святом Мевляне, я должен вам кое-что сказать, отец. Покушение было совершено на церемонии Мевляны, который является одним из наших духовных лидеров. Этот удар не только по государству, но и по вере всего народа. Сынок, ты будь спокоен. Этот народ видит все. Читай молитвы, отец. Они нам сейчас очень нужны. Сынок, устрой мне встречу с главным прокурором, пока дело не приняло серьезный оборот. Таких мертвецов, как вы, управляющие государством, давно вычеркнули, господин Сами. Теперь вы сами сможете видеть только одного прокурора, и это я. Господин прокурор, хочу сделать телефонный звонок. Теперь мы будем изучать твои дела, а не твои просьбы. Подготовка к операции закончена, и есть проблемы. Все, как мы и договаривались, наши английские брокеры ждут указаний. Председатель лондонской биржи будет нашим гостем на один час. Вы можете начать продажи без покрытия. Хорошо, господин. Кто тебе приказал провести финансовую операцию против Англии? Почему на лондонской бирже? Куда ты отправил деньги, полученные от этой операции? Вы сыграли по-крупному, но этому пришел конец. Сейчас я задам более важный вопрос. Председатель хочет, чтобы мы отправили полученные деньги нуждающимся странам. Свяжитесь с нашими представителями в этих странах. Понятно, господин. Нам очень признательны за такую помощь, господин. Господин, наши друзья просили передать вам одно предложение. Слушаю. Мы знаем, что вы встречаетесь с председателем и получаете его приказы. Сейчас скажите нам, кто председатель старейшин. Хорошо, отличная идея. Господин Сами. Господин Сами, официально вы мертвы. Здесь никто вас искать не будет. И пока не ответите на все наши вопросы, будете сидеть здесь. Особенно на последний вопрос. Кто председатель старейшин? В конце концов, Балтазару пришлось предложить мне мир. А ты что думаешь? Я ничего конкретного ему не сказал, решил посоветоваться с вами. Теперь у тебя есть слава. Для продолжения тебе понадобится Балтазар.
Вы хотите, чтобы я работал с ним? Да. Ты должен на некоторое время наладить с ним хорошие отношения, чтобы взять улицы под контроль. Это откроет для тебя многие двери. Мы должны узнать его связи. Я должен доверять Балтазару? Нет. У него есть планы насчет тебя. По меньшей мере, он попытается притеснять тебя. Расскажу тебе о главном вопросе. Организация Сион использует человека по имени Раскольный, чтобы взять улицы под контроль. Хочу, чтобы ты нашел его в самое короткое время. Раскольный. Мне не хотелось встречаться со своим коллегой в такой ситуации. Господин прокурор, я могу узнать, по какому поводу меня допрашивают? Вы превысили свои полномочия. Вы знаете этого человека? Господин Ашреф. Зачем вы спрашиваете у меня о умершем человеке? Мы знаем, что вы работали со службой финансовой безопасности. Кто вам приказал расследовать дело об этом фонде? Мне приказал главный прокурор. Если вы свяжетесь с ним, он расскажет все, что нужно. Но сначала вы расскажите. Кто приказал вам допрашивать и угрожать нашим филантропам, которые являются членами благотворительных фондов, помогающих детям? Послушайте. У меня сегодня был очень тяжелый день. Я даже не возражая пришла сюда, думая, что у вас важное дело. Вы устали. Я знаю, госпожа Лейла. Если вы ответите на мои вопросы, то надолго я вас не задержу. Но это секретное дело. Я не могу рассказать вам подробности. Может, хватит уже? Сядьте, пожалуйста. По какому праву вы меня будете здесь держать? Вы задержаны по обвинению в убийстве американского гражданина Джека Вилсона. Я много месяцев искала эти записи. Даже главному прокурору рассказала. Но их стерли. Не было. Как вы нашли? Кара. Кто знает, сколько турецких прокуроров хочет допросить тебя. Мне повезло. Мы с тобой обсудим далекое прошлое.
Давай начнем с конца. Когда ты начал работать с Акифом? Это Акиф приказал тебе привезти в Сирию под видом гуманитарной помощи и другие вещи. Ты помог бежать из сербской тюрьмы албанским преступникам. Кто приказал выполнить тебе это задание? Кто приказал тебе убить азербайджанского бизнесмена Кемалетдина? Что ты делал в Израиле на Голландских горах? С какой террористической организацией ты работаешь? Господин, вам звонят из Тель-Авива. Это срочно. Я в Турции или в Израиле? Где я? Ты от имени какого государства меня допрашиваешь? Говори. Ты прокурор турецкого государства или адвокат Израиля? Тебе опасно находиться здесь сейчас, Джаид. Когда узнал о случившемся, захотел поддержать тебя, брат. Чем я могу помочь? Что ты прикажешь сделать? Сейчас важнее всего не раскрыть себя. Для нас жизненно важна любая информация, которую ты узнаешь от них. Ни на секунду не отходи. Хорошо. Ты мог узнать, кого они назначили бароном? Нет, брат. Но теперь я знаю, что это не Мете и не Сарп. Вчера они приходили на встречу с маэстро. Видел бы ты их несчастный вид, когда они вышли. Маэстро, наверное, сказал им, кто новый барон. Мы должны узнать его имя, Джаид. Это единственный путь остановить их новые операции. Не волнуйся, брат. Я сделаю все, чтобы узнать. Ты знал, что Маргарет собирается убить сестру Лейлы? Нет, брат. Я не знал. Мне многое не рассказывают. Брат, ты должен знать еще кое-что. Я говорил тебе, что они собираются уехать отсюда. Маргарет сказала мне, что хочет увидеть Элиф перед отъездом. Насколько я понял, она планирует увезти ее с собой. Будь рядом с Маргарет. Отвлеки ее, чтобы откладывала встречу. Я лично займусь ею, когда разберемся в этой ситуации. Ты должен быть очень осторожен, Джаид. Ты обо мне не думай, брат. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hakkı Bey. Добро пожаловать. Здравствуй, господин Хакке. Добро пожаловать. Прошу. В
Как вы знаете, после смерти Мехмеда Караханлы, Полат Алимдар разрушил наш порядок. Его не смогли заново построить. А мы понесли большие убытки. Господин Вахаб сейчас возглавляет систему, которая раньше управлял тенями. Я когда узнал, очень удивился и очень обрадовался. Я не знаю никого, кто мог так хорошо управлять этой системой в турецком государстве. Все, что произошло сегодня, доказательство этому. Да, ты прав, Мете. В этот критический период вы должны взять на себя некоторые обязанности. Я готов выполнять все свои задания, господин Хаккы. Хаккы. Когда у нас будет возможность поздравить господина Вахаба, я ему передам. Слушаю, София. Джаид, где ты? Я столько дней пытаюсь до тебя дозвониться. У меня были дела. Я переживала за тебя. Какие-то проблемы? Нет, просто я очень занят. Понимаю. Но нам обязательно нужно поговорить. София, сейчас я занят, потом тебе позвоню. Хорошо, Джаид. Жду от тебя звонка. Пожалуйста, не заставляй меня переживать. Хорошо, София. Здесь все показания свидетелей. Первая ступень допроса окончена. Никто не посмел дать информацию о Акифе. После смерти Полата Алимдара Акиф начал превышать свои полномочия. Пришло время остановить его. Войди. Господин, вот показания тайных свидетелей. Теперь нам ничто не мешает задержать Акифа. Мы вызвали его, а он сказал, приходите в КГТ. У вас серьезное задание. Посмотрим, что будет делать председатель старейшин, когда мы уберем Акифа с должности. С вашего разрешения.
Гае? 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 Абдульхей, нужно поехать в больницу. Уже на первой вечеринке людям полюбилось это. Дело идет лучше, чем я предполагал. Завтра придет крупная партия товара. Потом начнем обучать людей. Правда, Иван? Это дело требует большого таланта. Очень сложно найти в Турции человека, который выполнит его качественно. Раскольный приведет изобретателя. В таком случае, жду от тебя хороших вестей, Раскольный. Пусат пришел пригласить его. Мои гости уходят. Пригласи. Рад знакомству. Я тоже Балтазар. Добро пожаловать. Здравствуй. Я знал, что ты примешь верное решение. Прошу. Кто-то едет. Есть решение прокурора. Мы должны задержать господина Акифа. Пусть прокурор сам приедет. Господин, у нас проблема. Понимаю. Акиф звонит, господин. Слушаю, Акиф. Господин, они пришли забрать меня. Хотят, чтобы я сдался. Что вы прикажете?
Умри, но не сдавайся. Как прикажете, господин. Звони Абдульхею, Тимур. Мне нужно встретиться с Акифом. Я ему сообщу. Пришел господин Орхан. Пусть войдет. Можете войти. Вы останетесь здесь. Слушаю. Председатель хочет поговорить с вами. Где ты, Абдульхей? Еду в больницу. Хорошо. Я как раз собирался с тобой встретиться, брат. Гае плохо, я везу ее в больницу. Что случилось? Не знаю. Ей очень плохо. Поправляйтесь, Абдульхей. Приедете в больницу, сообщи мне. Для нас было очень прощальным вечером то, что вы сделали сегодня, господин Вахаб. Сообщите, когда приедете, мы приготовим для вас торжественный прием, Рональд. Спасибо. Я не сомневаюсь, что вы, как хороший хозяин, будете нас принимать. Вы хотите от меня что-то особенное? Вы знаете... Мы начали создавать важный для нас фонд. Директором фонда мы назначили дочь Мехмеда Караханлы, Софи. Да. Софие. Эта девочка выросла на наших руках. Ты знаешь, что девушки более верные. Молодец. Она не стала предателем, как ее брат Эфе. Но вы знаете его как Полата. Он очень плохо вел себя. Все разрушил.
Теперь мне нужно строить все заново. Я верю, что вы сделаете самое лучшее, господин Вахаб. Не переживайте за фонд. Я даже предлагаю провести презентацию. Очень хорошая идея. Будет много пользы, если вы ее организуете. Я не просто организую. Я лично буду там присутствовать. Пусть будут костюмы и маски. Что скажете? Давай, Акиф, ты идешь с нами. Ты тоже стал участником этого предательства. Акиф, я не хочу использовать силу. Но тебе виднее. Задержите его. Ты сможешь забрать только мой труп. Для тебя нет места в новом порядке, Акив. Не вынуждай меня. Ну вот и все, Акив. На этом конец. Не закончилось, пока я не сказал. Все есть.
Все только начинается.